В Самаре отмечают праздник всероссийского масштаба – День сотрудника органов внутренних дел. За заслуги в службе глава региона Дмитрий Азаров награждает полковников и майоров полиции медалями и грамотами. За последние 9 месяцев количество зарегистрированных преступлений в регионе сократилось на 8%. В этом году на исполнение госпрограмм МВД направлено более 2 миллиардов рублей. А это новые здания, автомобили и видеокамеры. Без преувеличения можно сказать, что МВД – это ключевой орган в борьбе с преступностью и по объему задач, и по объему выполняемой работы. Сотрудники органов внутренних дел несут свою службу без праздников и выходных, часто с риском для жизни, защищая граждан от разного рода угроз. Стражи порядка делятся, что побудило их пойти в правоохранительные органы. Я решил все-таки испытать себя на том фронте, где... В принципе, душа лежала. И вот мои склонности внутренние мне говорили о том, что ты можешь стать сыщиком. Вот я и пошел сыщиком. Полиция? Ну, мечта с детства. Раньше, хотел помогать обществу, ловить преступников, работал в уголовном розыске. Ну, потом получилось так, что перевелся на вышестоящую должность. Для всех гостей выступили лучшие артисты и творческие коллективы губернии. Оркестр Главного управления МВД по Самарской области исполнил попурри на волжские темы. Даниил Лучко, Дмитрий Мешканцов. События.